Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Первая рабочая неделя этого года позади. Пришло время для активных и продуктивных выходных. Как провести их в Самаре, я расскажу прямо сейчас. Если в этом году вы хотели найти для себя новое интересное хобби, то обращаю ваше внимание на мастер-классы детской картинной галереи. 13 января всех желающих приглашают на занятия по созданию авторской игрушки из ваты. Под руководством художника вы изучите весь процесс работы над изделием – каркас, обмотка, сушка. Результатом мастер-класса станут 2 или 3 игрушки, которые вы сможете высушить и расписать дома по своему вкусу. Начало в 10:00. Кавказский меловой круг снова порадует зрителей в театре «Самарская площадь» в эту субботу. Это зрелищный комический балаган, волшебная сказка о любви и притча. Постановка наполнена музыкой, танцами, сатирой и юмором. На каждом спектакле публика и смеется до слез, и замирает в ожидании чуда. Не пропустите, 13 января, начало спектакля в 18:00. 14 января в 13:00 Библиотека народов Поволжья приглашает взрослых и ребят старше 8 лет на интерактивную программу «Голубое озеро». Вы сможете познакомиться с удивительным объектом природы Самарской области, узнать о его происхождении и о том, какие легенды его окружают. А самое главное – увидеть красоты нашей природы с помощью очков виртуальной реальности. Участие бесплатное, но необходима предварительная запись через группу библиотеки ВКонтакте. В Доме культуры «Заря» на январь запланировано множество интересных мероприятий. В воскресенье горожан приглашают отметить Старый Новый год в теплом семейном кругу. Пройдет танцевальный вечер с мастер-классами от педагогов бальной студии. Начало в 16:00. Вход свободный. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.